Включи немедленно звук. Обязательно включи звук. Эй, привет! Привет! Я здесь, посмотри на меня, посмотри на мой канал. Что мы только не делаем, чтобы привлечь внимание. Да, мы тратим кучу времени на то, чтобы придумать, как привлечь внимание к своей рекламе, к своему контенту, к своему бизнесу. Мы тратим уйму времени и усилий на это. Люди тратят миллионы долларов на то, чтобы их реклама дошла до своего потребителя, до своей аудитории. Почему люди устают от рекламы? Как это называется? Как с этим бороться? Смотрите этот ролик, и вам все станет все понятно и ясно. Данное явление называется баннерной слепотой. Феномен заметили еще в 1998 году. Исследование, кстати, которое уже недоступно, но я постараюсь выложить ссылочку на веб-архив в описании нашего видео, обязательно посмотрите, основывалось на том, что люди действительно начинают игнорировать рекламу. И этот феномен больше популярен в веб-интернете. И если вы думаете, что он распространен только на веб-сайтах, вы глубоко ошибаетесь. Он сейчас перекочевал практически во все сферы интернет-маркетинга, и сейчас он присутствует практически везде. Баннерная слепота – это проклятие вашего бизнеса, почему ваш бизнес перестает давать нужные конверсии. Так, реклама, которую вы настроили год назад, может не работать сейчас. И вы будете думать, что же не так, надо бы ее подправить. Нанимайте контекстолога, он смотрит, да все хорошо, вы все правильно сделали, он там добавит там пару заголовков, там включить, оптимизирует под новые тенденции саму рекламу. Но обычно в ней он скажет, ну все, вроде бы все нормально, ну то есть с текстами как бы ничего, то есть он не увидит, он не поймет, в чем проблема вашей рекламы, потому что для того, чтобы понять, в чем проблема, нужно будет провести масштабнейшее исследование. Конечно же, что же мы делаем для того, чтобы стать заметными? Мы делаем яркую и красочную рекламу. Про это уже говорили во многих исследованиях, потому что, например, те, кто занимается Инстаграм, подтвердят, что фотографии, допустим, с определенными оттенками, например, синие оттенки привлекают больше вовлеченности. Например, фотки моря, фотки пляжей, фотки курортов мотивируют нас остановиться на публикации, посмотреть, о чем она, и лайкнуть ее. Ну, то есть, многие уже знают эти трюки и сегодня могут даже рассказать про свои трюки в комментариях. Да, кстати, этот ролик, это будет дискуссия, мы будем обсуждать, кто какие трюки знает, а какие трюки уже не работают. Так что делимся в комментах, обсуждаем, критикуем мои выводы, критикуем выводы других комментаторов. Давайте обсудим это все. Итак, как мы понимаем, что люди ведутся на красивую и броскую упаковку. Но почему-то это оказалось неверным утверждением. Люди видят баннеры, но они по ним не кликают. Люди словно обходят их стороной, сканируют и пропускают информацию. Но в самом деле пользователи видят информацию в интернете по своеобразной кривой, которая похожа на латинскую букву F. Почему же пользователи действительно игнорируют рекламу? И что такое баннерная слепота? Баннерная слепота – это действительно такой уникальный феномен, когда пользователи просто избирательно смотрят информацию. Они конкретно научились различать, что является рекламой, а что является полезным контентом. Почему это связано с опытом? Когда вы что-то новенькое внедряете, пользователи не знают, теряются и натыкаются на нашу рекламу. Но стоит им освоить общие тенденции дизайна, общие тенденции расположения рекламных блоков, конечно же, они учатся вылавливать, где полезный контент, а где рекламный. И таким образом с легкостью сканируют эту информацию, пропуская рекламу и непосредственно концентрируясь на нужных элементах. Мы сейчас перейдем на статью Nielsen Group и посмотрим их исследование детально. То есть мы постараемся рассказать, что они проводили в исследовании. Ссылочку я оставлю в описании для тех, кто любит почитать первоисточник. Но мы остановимся на графиках. Итак, мы остановимся непосредственно на этой статье. Здесь рассказывается текстовая часть обязательно для прочтения, тем, что здесь рассказывается про поведение и, собственно, их феномен. Они основывались на данных трекинга за глазами, то есть айтрекинг использовали. И примерно оценили, куда пользователи кликают, и по тепловым картам на сайтах оценили, как пользователи сканируют информацию. Первое же исследование, которое они обратили внимание на вопрос формата «How do solar panels work?» – как работают солнечные панели, они увидели, что пользователи просто проигнорировали рекламный баннер и пошли искать контент в сети.
В первую очередь, конечно же, сработал фичер Snippet, расширенный Snippet. Про них я рассказывал в прошлых видео, вы можете ознакомиться с ними. Видео я оставлю здесь, вы на них можете обратить внимание. Ссылочки на видео будут, конечно же, в описании и в конце ролика. Что люди также спрашивают? Да, это блок тоже расширенного Snippet, расширенных вопросов-ответов. Вы можете увидеть, что пользователи тоже активно его кликают, раскрывают и смотрят. И в принципе, большая часть контента пришлось, внимание пришлось почему-то на топ-2 статью, а не на топ-1, обратите внимание. То есть непосредственно на что люди обратили внимание, да, то есть перешли на следующую статью. Почему, неизвестно, но она приняла больше всего на себя внимание. Окей, ну то есть если с рекламой у нас все понятно, реклама находится у нас сверху, там сбоку находится, то есть сверху находится, то как же происходит ситуация, если мы заходим на какой-либо сайт, где обычно реклама находится, целый боковой бар под нее выделяется. Обратите внимание, как ведут себя пользователи. Есть сайт Apartment Therapy, то есть мы сейчас откроем его в новой вкладке и посмотрим на эту картинку. И вот мы видим сейчас сайт. И вот видим здесь вот по поведению пользователя тепловой карты. Синие это значит слабенько реагировали, желтеньким значит активно реагировали. Они выделили сразу первый абзац и на него смотрели. Посмотрели картинки, пропустили картинку и дошли до момента, где второй абзац. Пропустили и дошли до третьего абзаца. Обратите внимание, рекламные баннеры были полностью проигнорированы. То есть рекламные баннеры справа пользователи тоже игнорирует. На минуточку, исследование свежее. Едем дальше. Переходим на статью Dyson Dynamics. Нет, это не статья Kitchen. И здесь баннер Dyson Dynamics, который мы сейчас увидели, но пользователи его проигнорировали. Обратите внимание, как пользователи кликали по карте, кликали, куда они непосредственно перемещали мышку, значит, передвижение мышки. Вы видите, что мышка была здесь и сразу же пошла вниз. Никто не изучал этот блок, заголовки, первая строка, выделенный блок, изображение пролистали, выделенный текст. Как вы видите, пользователи интересовались только текстовым контентом и, само собой, посмотрели на картинку, которая представлена была здесь. Статейка. Обычная, простая, но она структурирована, расписана и, как вы видите, ну, довольно-таки лаконично. Но пользователи проигнорировали эту всю рекламу. По поводу, как пользователи ведут непосредственно себя в следующих ситуациях, мы рассмотрим дальше. Здесь вот, собственно, рассказывалось про то, как влияет форматирование на рекламу, то есть на визуальное оформление, то есть на что, на текст в изображении, то есть на что люди реагировали внимание. Но все равно мы обратили внимание, что пользователи сосредоточили все свое внимание исключительно на текстовых абзацах. Ну, то есть все квадратные изображения были попросту проигнорированы. То есть пользователи на них просто никак не обратили внимания. То есть, понимаете, пользователи полностью проигнорировали первый квадратный синий блок, который выделялся из общего контента. То есть, если блок справа они игнорировали сознательно, зная, что там реклама, то статья «Баг» вот этого сайта, она использовала квадратный блок непосредственно в контенте. И он был полностью пропущен, словно его и нет. То есть, вроде бы рекламная статья по этой теме, да, но этот блок был пропущен. Вроде бы, ну, он даже был органичным и сделанный в фирменных цветах, но он выделялся из общего контента. Поэтому, когда вы будете делать рекламные блоки, вы учтите, что пользователи игнорируют и даже если вы делаете брендово интегрированный блок. Итак, та реклама, которая выделяется из дизайна, расположена в правом блоке, игнорируется. Та реклама, которая спрятана в середине контента, но выделяется примерно форматом, но даже сделанная в фирменных цветах, игнорируется. Что же дальше? Как же правильно рекламироваться, ну, в контенте, в рамках своего сайта? Посмотрим следующий пример. Следующий пример – это статейка, которая использовала ссылки на релевантный контент непосредственно в рекламном блоке. И они были полностью проигнорированы. Ну, то есть вот есть sponsored stories, то есть истории, которые там спонсируются. Люди полностью их пропустили, то есть словно этого блока и не видели. Хотя это контент самого сайта, то есть это не рекламные блоки. Но люди
зная, что там ничего полезного нет, просто игнорируют этот момент и пошли дальше по контенту. Как вы видите, внимание на графике не сильно останавливается, хотя вроде бы, ну тут красивые картинки, но люди интересуются контентом и на него переводят мышку. Этот феномен, который мы сейчас рассмотрим, он носит даже свое название. В книге Джейкоб Нилсон с другим автором, рассказал это в книгах, называется Eye Tracking Web Usability, ну то есть usability слежением за глаз, назвали этот феномен феноним горячей картошки. То есть напоминает поведение, этот скрипт поведения, как будто кто-то передает горячую картошку. Что это значит? Ну смотрите, пользователь, когда смотрит веб-сайт, он концентрирует внимание недолго на каких-то элементах. Он постоянно перемещает свой взгляд. Он словно смотрит в этот кусок, потом в этот кусок, потом в этот кусок, потом в этот кусок. Причем лихорадочно может перемещать взгляд в разные стороны. То есть он не смотрит вам четко вот там по контенту и медленно движется вперед. Его взгляд лихорадочно бегает по контенту. Почему так происходит? На самом деле все очень просто. Это защитный механизм. Мы защищаемся от лишней информации, от нецелевой информации, от нерелевантной информации. И пользователь, когда читает ваш контент, он бегает взглядом не как робот, читая сверху вниз. Он сканирует, но сканирует не сверху вниз, а лихорадочными бросками глаз, пытаясь зацепиться за что-то полезное. Здесь, в этом плане, действительно, вы можете обратить внимание, что во всех графиках, которые я показал в прошлом, да, пользователь словно бегал. Он видел, что ага, нет смысла, ага, ищу полезное, сосредоточился на полезном. То есть он не делает лишних движений, заостряя внимание на неинтересном контенте. Реально его поведение выглядит как лихорадочное перебрасывание горячей картошки. Обратите внимание вот на следующем изображении. Это изображение карты айтрекинга пользователей на веб-сайте. Просто посмотрите внимательно по номерам, как он перемещал свой взгляд. Вы можете увидеть, что взгляд перемещался с центрального блока просто по всему сайту. Потом переместился непосредственно на контентный блок, пустился вниз, потом двигался все ниже и ниже, то есть он там смотрел, потом решил посмотреть, какие популярные, прочитав первый абзац, посмотрел, какая статья идет следующая, бросил читать весь список вниз, пошел дальше, пошел читать, у нас получается 40, 41, он прыгал здесь по контенту, пока вот с этого не перешел сюда на вторую статью, то есть он даже статью читал не подряд, он читал ее кусками, первое, последнее предложение, середина, какие-то ключевые слова, потом прыгал, здесь посмотрел на Related Program, глянул всего лишь секунду и тут же ушел. Он просто вот на немного глянул, а что тут есть полезного, увидел. Ага, реклама, стоп, ушел. Дальше, четвертая статья. Он здесь тоже засиделся немного, почитал. Здесь даже вот кое-что, там, ссылку кликнул по ходу. Посмотрели сюда, вернулся снова сюда, но словно, ну, увидел, что ага, здесь типа а-ля категории, понял, больше ничего интересного, ушел вниз. Перешел вниз, и самое забавное, там чуть выше прыгнул, посмотрел там где-то в какой-то момент, что за автор, и все. Что за автор, и вышел. То есть вот, собственно, весь его долгий-долгий путь. Обратите внимание, он, в принципе, даже, ну там, посмотрел, какие комменты тут есть, и все. То есть увидел, что в статье 0 комментов, посмотрел, что за автор, и сканирование статьи завершено. Если вы проследите этот путь, то в целом вы увидите, что пользователь изучил шапку, он реально ее изучил. Он начал с центра сайта, он посмотрел, что есть полезного, увидел, что ага, контакты есть, тут есть там типа чат-форма, тут все как обычно, ничего интересного, ага, я здесь понял, что здесь, я перехожу к контенту. Прочитал первый абзац, еще раз говорю, обратил внимание, с чего начало вступление, первый абзац, обратил внимание на расположение блока, всего лишь на расположение, он не изучал этот контент. Он изучал контент непосредственно в этом блоке. Под конец только обрати внимание, кто автор этой статьи. То есть пользователь сканирует информацию, а не просто, ну, как говорится, видит себя как робот и читает все. Это поисковый робот Google читает все. А пользователь читает только то, что ему интересно. Он защищается от лишней информации. Сейчас немножко вернемся к цифрам. В последнее время, я признаюсь, я перестал настраивать клиентам рекламу в контекстной медийной сети и в РСЯ. Нет, я про ремаркетинг ничего не говорю. Ремаркетинг, ретаргетинг мы настраиваем. Но именно классическую РСЯ и контекстную медийную сеть я в последнее время перестал клиентам настраивать. И говорю на это причины почему. Действительно, причина именно в этом, в баннерной слепоте. Пользователи начали игнорировать мою рекламу.
А если перейти к цифрам, все стало, конечно же, куда грустнее. Просто подумайте, средний CTR баннера 0,06%. Мне иногда удается вывести там на 0,5% какими-то определенными трюками, лайфхаками. Но если вы настроите рекламу вот как есть на мобилке, на десктоп, вы получите примерно такое соотношение цифр. Более того, 83% миллениалов защищаются блокировщиками рекламы. И вы попросту ничего не сможете сделать. Да у любого сейчас, наверное, адблок стоит сейчас, кто смотрит это видео. Не бойтесь, у меня на роликах нет монетизации. У нас нет рекламы в этих видео. В среднем на одного пользователя приходится в месяц по 2000 баннеров, которые он видит в интернете. При этом 60% кликов по ним случайность. И еще более того, 56% пользователей не кликают по баннерам, потому что им попросту не доверяют. Ну и самое забавное, что 80% кликов приходится всего на 8% пользователей. Этих таких неосторожных кликателей, этих рекламных баннеров. Мы их называем доверчивых пользователей, такие существуют. Ну то есть вы рекламу настраиваете, условно говоря, для них. Они доверяют всем, могут там кому угодно, там не знаю, там у гадалки все что угодно заказать. Это есть такая категория пока еще людей. В основном это взрослая аудитория. Молодежь на это обычно не ведется. Самое забавное исследование провело Business Insider, ну основном на известном сайте, ну, связанном приложении, в котором мы вводим капчу. В нем уже появляется реклама. И люди сказали, что вы в 40 раз более вероятно родите близнецом, чем пользователь кликнет на ваш баннер. Да вам, по-моему, Street Flash проще собрать в покере, чем пользователь кликнет на баннер. Да в авиакатастрофе проще разбиться, чем реально пользователь кликнет на этот баннер. Про автокатастрофу поправочка. Это значит, что в 478 раз вы в ней выживете, что если пользователь кликнет на баннер. Но неважно, вы, наверное, суть уловили. Именно в этот момент пользователи видят эти баннеры, но не кликают их, пока вы смотрите это видео. Как это работает? Да пользователи просто их не обращают внимания. Я рассказал на примерах сайта, но реклама же идет не только на сайтах. Она же идет за их пределами. В мобильных приложениях. И здесь мы переходим к определенным трюкам, которые используют не очень честные на руку создатели мобильных приложений и некоторых сайтов. Сейчас мы проведем небольшой эксперимент. В закрепленном комментарии я напишу простой вопрос. Этот вопрос будет касаться, а есть ли у вас мобильные телефоны и играете ли вы на них? Посмотрим, сколько наберется лайков. Лайк, если вы играете. Если вы не играете, можете просто проигнорировать. Если вы играете хотя бы в какую-то одну мобильную игру, бесплатную имеется в виду, в которой есть реклама, напишите, ну просто поставьте лайк, посмотрим, сколько нас таких. И сейчас, конечно же, вы, наверное, скажете, да ладно, эти же реклама в этих играх, она не нужна, но вы не забывайте, поставьте себя на место рекламодателя, который настроил рекламу и по неосторожности туда попал. И таким образом его рекламу смотрит нецелевая аудитория, попросту нецелевая. Это значит, что вы сейчас вот залили рекламу, щелкаются ваши денежки, а кто-то играет, смотришь вот ваш ролик, кликает на вашу, переходит на ваш сайт для того, чтобы получить какое-то виртуальное золото в каких-то викингах или в какой-то другой игре. Я не очень понимаю, потому что я с такими играми не сталкивался. Но я знаю людей, которые играют, они активно смотрят рекламу для того, чтобы получить больше бонусов, там, больше каких-то там виртуальных денег, какие-то там расширения аккаунта, все что угодно. Они смотрят в день определенное количество рекламных роликов, кликают определенное количество рекламных баннеров. Это все ваши денежки, если вы до сих пор там рекламируетесь. То есть здесь обратная версия баннерной слепоты. Пользователь знает, что это реклама. Он никогда не будет у вас ничего заказывать, но он кликнет и сольет ваши деньги. Здесь целенаправленный идет слив рекламы в пользу владельца игры. Почему? Потому что он на этом зарабатывает. Ну, то есть он банально зарабатывает на том, что у него в игре крутится реклама, потому что списываются деньги рекламодателя, ему идет определенная доля, он готов это передать игроку, этот нематериальный выигрыш он передает игроку, материальный, конечно же, оставляя себе. В этом случае владельцы мобильных приложений в плюсе игрок. Хотя, ну, такой виртуальный плюс, виртуальную плюшку, он не потратил, конечно, личные кроны, посмотрел рекламу, а в минусе, конечно же, рекламодатель. Как же на самом деле пользователь сканирует эту информацию? Мы, условно говоря, научились делить контент на блоки. То есть, виртуально представим себе, вот это наш веб-экран, вот где вы сейчас на меня смотрите. Мы читаем, условно говоря, в определенной логике. В виде буквы F, как вы говорили, мы сканируем вверх контента и выискиваем колонку, где контент расположен. И по ней идем, читаем вниз.
Если же контент расположен где-то нетривиально, мы визуально делим вот так вот вертикально на 4 блока и изучаем каждый блок отдельно, ищем в нем полезные информационные блоки. И, например, на страничке регистрации Facebook мы можем увидеть, что пользователь заходит в один блок и сразу переметает взгляд на другой блок. И там сразу нажимает кнопочку «Регистрация». Конечно же, цель это в рекламе – это выйти из этого слепого пятна. Ну, то есть вывести пользователя из этого слепого пятна, чтобы он обратил внимание на ваш рекламный контент. Какие уловки используются? Сейчас мы проговорим про реальные уловки, которые используются до сих пор, а я более детально остановлюсь еще, какие трюки можно использовать. Так что досмотрите этот ролик до конца, я постараюсь рассмотреть все пошагово. В первую очередь, если вы все-таки планируете продвигать рекламный контент на своем сайте. Если вас это интересует, смотрите внимательно. Если нет, перейдите на следующую главу «Содержание в описании». Итак, первый вариант, как избавиться от баннерной слепоты на сайте. Конечно же, это использовать определенные цветовые гаммы для рекламных баннерных блоков. Учтите, что цветовые гаммы зависят от вида бизнеса. Например, красный цвет, он, конечно, привлекает внимание, яркий, но может вызвать агрессию. Годится для каких-то машин, там, определенных видов бизнеса. Более детально, кстати, рассмотрела статья на сайте medium.com. Сейчас мы на нее посмотрим. Итак. Собственно, перейдем к этой статье, которая рассказывает про, ну, в первую очередь, про законы. То есть, вот если статья описание закона Хик, это выбор верного места. Но мы остановимся непосредственно на цветах. Здесь вот, собственно, они рассказывают про цвета, которые имеет смысл использовать. В частности, вот разные цвета в разных культурах могут восприниматься по-разному. Здесь это тоже очень важно обратить внимание. Но мы говорим про европейскую культуру, то есть СНГ, ну, там, условно говоря, Европа, США. Красный цвет самый популярный, наверное, любой про него знает. Используется, конечно, там для срочности, там для выделения, собственно, как они говорят, страсть, любовь, сенсации и, конечно, там высокая температура, например, та же чашка Нескафе, да, действительно, правильный вариант. Действительно, риск – это раздражение. Красный цвет всех раздражает. Это знаки, останавливающие знаки. Ну, то есть, и более того, красный цвет очень сильно избит. Этот трюк избит уже многими, поэтому он немножко уже всем надоел. Следующий цвет я использовал в своем прошлом бизнесе, да, это бизнес был связан с мобильными аксессуарами, это оранжевый. Он весь такой сочный, действительно, жизнерадостный, то есть, кстати, вот турагентство действительно вот использует его часто. Медикаменты в целом тоже, да, действительно. Низкая цена, вот, магазины дешевых товаров, вот на это я и акцентировал внимание, когда занимался мобильными аксессуарами. Оранжевый свет просто сработал на ура, просто потому что действительно шаговая доступность очень хорошо работает. Ну и, конечно, много оранжевости, да, это избыточная активность, потому что это типа второй вариант красного, людей это тоже достает. Но мы использовали оранжевый минимум на белом фоне, что довольно выглядело гармонично. Едем дальше, желтый. Действительно, я бы называл такой кухонный цвет, потому что хорошо так с кухнями неплохо акцентируется. То есть, например, ну там рекламное агентство, вот меньше, кстати, встречало, школы, да, больше. И хай-тек тематика, ну да, тоже встречал в сочетаниях. Риски. Действительно, желтый цвет немножко вызывает головную боль, так что такой вот цвет разлуки, кстати, забавного в русской культуре. Ну, для свадебного салона, да, не рекомендуется. Да, желтые цветы, точно же. Зеленый. Кстати, очень популярный цвет, заезженный, используется в рекламе. Например, мы сами его используем, но мы используем его другой оттенок. Ну, зеленый это как светофор у нас, условно говоря, да, там здоровье, вот, собственно, да, медучреждения. Кстати, очень многие сайты имеют зеленые оттенки. И типа а-ля правильный выбор, да, там есть когда красный элемент, есть зеленый элемент. Вот, и зеленый типа безопасный цвет, и минус его, что он не цепляет глаза в противоположность красному. То есть для рекламы не подойдет слад, то есть... не подойдет для сладости, потому что ассоциируется с кислым и горьким. Кстати, тоже забавно. Голубой, да, то есть... Пространство, кстати, все публикации в Инстаграме, которые имеют оттенки голубой-синий, да, однозначно они имеют больший отклик, обратим на это внимание. То есть положительные эмоции, мир, спокойствие, доверие, надежность, гармония. Это все верно, это все, ну, в статье действительно грамотно расписали. По поводу синего, да, он безумно популярен в рекламе, в брендинге, то есть это один из вариантов, то есть он не сильно бросается в глаза, то есть он приятный. Кстати, детские одежды, сочетание с другими яркими тонами хорошо смотрится. B2B сегмент точно, однозначно, синий цвет, шикарный для B2B сегмента, то есть хорошо работает, допустим, логотипы там без каких-то наценок, то есть тому подобное. То есть.
Он более уверенный цвет, действительно, да, авторитет, мудрость, строгость. Риски, да, но всем уже достал синий цвет в бизнес-тематике. Вы получаете письма с синими блоками, с синими оттенками. Синего слишком стало много. Фиолетовый. Фиолетовый, кстати, такой специфический там, потому что я не везде его вижу, разве что действительно на сайтах каких-то гадалок. Да, романтика, смерть. Интим-магазины используют его. Его с лиловыми оттенками, такими розово-лиловыми. По поводу других цветов, серый, коричневый, я даже не знаю, где используется. Белый, ну, вот везде белый, куда ни денешься. Черный, ну, практически, ну, нигде, разве что, не знаю, там, фон, черный и золото действительно хорошо сочетается. Но в целом черное, ну, не используется. По поводу цветовых сочетаний. Здесь вот неплохие варианты цветовых сочетаний, вы можете обратить. Используются разные варианты сочетания цветов. Ну, конечно, вот это наше было сочетание старое. Ну, у нас сейчас другой чуть оттенок зеленого. Ну, белый на зеленом тоже шикарно соответствует. И здесь вы можете посмотреть, очень удобно, есть классная табличка по цветовым сочетаниям. Статью, ссылочку я оставлю в описании, обязательно всем к прочтению. Итак, мы сейчас сосредоточим внимание на том, что, а как действительно еще можно бороться на сайте, непосредственно с этой ситуацией, когда пользователи все-таки привыкают к нашим рекламным баннерам. Совет номер два. Да попросту переставляйте баннеры на другие места. Посмотрите внимательно, как пользователи сканируют ваш сайт. И просто поменяйте расположение рекламных баннеров на другое место. Обязательно изучайте, как они ведут себя на мобильных устройствах, как они ведут себя на десктопе. Для этого нужно подключить однозначно сервисы по аналитике, желательно посерьезнее какие-то. Если у вас большая посещалка у ресурса, это однозначно нужно сделать. Не только Google Аналитика одной ограничиваться, и другими сервисами тоже. Отслеживайте, как они следят за вашим контентом, как перемещают мышку. Кстати, в этом плане хорошо. Яндекс Метрика помогает, его веб-визор, бесплатная версия просто шикарного сервиса для аналитики. Кстати, ссылочка на обзор Яндекс Метрики будет в описании. Очень классно в нем действительно смотреть эти вещи. И поэтому простейший трюк, который вы можете применять, это просто перемещайте рекламный бокс с одного места на другое. И пользователи не всегда смогут привыкнуть к одному и тому же местоположению блока и будут натыкаться, видеть вашу рекламу и кликать ее. Отслеживайте CTR, делайте замеры, делайте эти трюки на популярном контенте, перемещайте блоки. То есть возьмите вашу статью самую популярную, для этого просто зайдите в Ahrefs, вбейте ваш сайт, посмотрите топ-страницы, если вас это интересует, или посмотрите в Google Аналитике отчет по самым популярным страницам за какой-то период времени и выберите нужное. И проведите на ней эксперименты по переставлению блоков. После того, как этот трюк провернете, проведите это уже на всем сайте. Второй трюк, конечно, привлечение людей к рекламе, это замена изображений. Люди иногда просто не реагируют на определенные виды контента. В исследовании Текстеры, ссылочку я тоже оставлю в описании, например, говорился про момент, когда компания занималась с приложением для знакомств, для девушек пыталась продвигать рекламу и использовала мужские фотографии. Они использовали просто парней с оголенным торсом, и ничего не работало. Женщины просто пропускали эти изображения мимо. Но стоило заменить картинку на картинку парня возле машины, так все прекрасно сработало, и пользователь, количество регистраций, как его не уверяют, увеличилось на 70%. Еще раз говорю, исследования проводили не мы, проводила Текстера, поэтому все вопросы по этому исследованию действительно к ним. Какие эксперименты проводили вы, расскажите тоже нам в комментариях, будет очень интересно. Вернемся к тому моменту, что я рассказывал про мобильные игры. Сейчас существует тенденция, что около 3% рекламных объявлений являются релевантными. То есть 97% рекламы настроено неверно. Представьте себе на эти цифры. Это значит, что пользователи просто не понимают, для кого они настраивают свою рекламу. То есть рекламодатели не знают свою аудиторию, не знают особенности рекламной площадки и попросту сливают свои деньги. Вдумайтесь, вся эта ниша, рекламная ниша, многомиллиардная ниша живет за счет того, что 97% аудитории не умеют проводить свои рекламные кампании. Именно поэтому я все-таки предпочитаю баннерную рекламу настраивать на посетителей вашего контента, ваших сайтов, ваших соцсетей. Ну, то есть использовать именно эти трюки для отслеживания заинтересованной аудитории. И учтите, нужно настраивать не на всех посетителей, а только на тех, кто действительно заинтересовались вами. Тогда реклама будет работать, она будет работать
более выгодно и давать большую конверсию. Не стоит думать, конечно, да, можно давать рекламу на всех, стрелять по всем, но она будет попросту нерелевантна, и вы будете вызывать ту же самую баннерную слепоту. Вам придется чаще обновлять рекламу, вам придется чаще с ней работать по обновлению изображения, потому что люди будут привыкать и будут игнорировать. И поэтому мы приходим к следующему моменту, это устаревание контента. Часто вы иногда в YouTube можете видеть рекламу. То есть это прокручиваемые рекламные ролики. А часто ли вы видели, чтобы это рекламные ролики как-то менялись? Не все их обновляют. Рекламные ролики часто иногда я слышу одни и те же. Вот реклама, в частности, такси «Уклон» меня достала своей однообразностью. Они сейчас ее крутят массово, и она уже несколько, даже не знаю, больше года одна и та же. И она реально достает. Она не вызывает желания заказать у них услуги. Она реально попросту достает. Реклама, которая постоянно настырана и давит на мозги, она не работает. Она работает в обратную сторону и вызывает баннерную слепоту. И вызывает брендовую слепоту. Поэтому мы переходим сейчас к этому моменту, что контент нужно всегда обновлять. Рекламные баннеры, которые вы используете, нужно каждый раз перерисовывать, добавлять что-то новое, продумывать креативы. И, конечно же, продумывать общий концепт рекламы. Если вы сегодня в этом квартале занимаетесь этой акцией, там акция номер один у вас, там, не знаю, там продажа там шерстяных носков, там у вас вот скидка на шерстяные носки, придумывайте название этой акции, брендовое оформление этой акции и придумываете цветовую гамму этой акции. И вы получаете рекламу брендовых шерстяных носков в интернете попросту уже красиво продуманной. И вы уже можете делать рекламные баннеры разного формата. Вы можете сделать рекламные баннеры для RSA, рекламные баннеры для AdWords, для ролика в YouTube, все что угодно. Вы можете это сделать, если потратите на это время. Но пользователям это надоест, если вы будете без конца крутить одно и то же. Поэтому вам придется сменить рекламу шерстяных носков, потом на, не знаю, на вязаные шарфики. И сосредоточить внимание уже на другой группе товара. Ярким примером являются кинотеатры. Они никогда не крутят одно и то же. Они каждый раз крутят какой-то новый контент, акцентируя внимание на фильме, чередуя эту информацию с рекламной продукцией, которую они продают. В частности, там скидки там, на какие-то дни, акции на дни рождения, скидки в определенные там, не знаю, праздники и тому подобное. И следующий момент – это, конечно же, креативность. В этом моменте я хотел бы обратить внимание, что если вы занимаетесь баннерной рекламой, именно вы рекламодатель, вы должны понимать, что вашу рекламу пользователи будут игнорировать, если она неинтересна. Например, если вы будете заниматься там рекламой, там, не знаю, там, продажи пирогов, к примеру, да, не факт, что вас будут смотреть на кулинарных сайтах, которые сами эти пироги готовят. Не будут они у вас заказывать. Но если, например, как одна американская компания рекламирует свои пироги непосредственно на сайте прогноза погоды, соответствующим креативом, там, типа, не парься о погоде, там, поешь пирога в таком духе, то это может привлечь внимание пользователям из-за своей креативности. Но над креативность точно так же надоедает, поэтому смотри предыдущую главу и перерабатывай креативы каждый раз по новой. Конечно, можно заморочиться как IKEA и сделать вообще рекламный баннер, в котором можно менять свой размер, и он будет менять свой контент. Ну, это если вы уж совсем хотите заморочиться, то есть вообще свой рекламный баннер, ну, непосредственно, как он будет выглядеть. Вот просто посмотрите, как это выглядит. Так, обратите внимание, на этом сайте парковки вы можете обратить внимание, что баннер вообще сделан креативно. Вы можете видеть, как машинка перемещается непосредственно по моему... Я кручу колесико мыши, вот попросту кручу колесико мыши, и перемещается автомобиль, чтобы обратить внимание на этой статье. Ну и, конечно же, на что бы я обратил внимание, есть два антипода по рекламным баннерам. Если вы делаете рекламный баннер на своем сайте, его нужно сделать не выделяющимся из основного контента. Как это сделать, я покажу сейчас на примере своего сайта. Итак, у нас есть статья, на которой уже 19 тысяч просмотров, написанная в 2017 году, мы ее периодически обновляем, как подбирать ключевые слова для Яндекс.Директ и Google AdWords. Статья достаточно большая, я рассказываю про то, как можно искать непосредственно слова, про какие трудности мы сталкиваемся. И на примере там запросов я показываю, как искать непосредственно запросы планировщики ключевых слов в WordStat, как исследовать конкурентов. Это была одна из моих первых статей. И эта статья до сих пор генерирует мне лиды при помощи простейшей формы. Пользователи заполняют эту форму и отправляют заявочку. То есть, что это значит? Мы получаем заявки попросту
из блога. И эту лид-форму люди попросту не изобретают. Они не видят даже, что это является какой-то рекламой. То есть это просто обычная лид-форма с текстом. Простейший трюк для того, чтобы привлечь аудиторию. Интегрировать форму call to action в ваш контент. Сделать ее в фирменных цветах вашего сайта, чтобы она выглядела органично. И таким образом пользователи будут на нее обращать внимание. Это простейший трюк, который мы используем непосредственно в своем блоге. То есть, если мы сейчас перейдем на нашу статью на SEO-пикру, на промоушен YouTube, продвижение в YouTube, и посмотрим, сейчас следующее у нас она чуть подгружается, мы увидим, что лид-форма у нас буквально сразу после первого абзаца. Это значит, что мы с этой статьи просто получаем контент просто на пользователей, которые дочитали на первый абзац. Мы прекрасно понимаем про баннерную слепоту и прекрасно понимаем, в каком формате нужно собирать лид-формы. Поп-апы. Мы тестировали все, ничего не работает. На нашем сайте поп-ап появится только через 5 минут после чтения статьи. Он предложит вам подписаться на наш сайт. 5 минут это время выбрали мы с Анатолием, чтобы не доставать читателей. Мы посмотрели, что в среднем нашу статью могут читать там 5-7 минут. И если они читают столько времени, значит, вероятно, ему наш контент нравится, пускай подписываются на наш канал. И подписчиков мы действительно набираем нативных, которые действительно читают наш контент. И если вы используете другие трюки, напишите в комментариях, будет очень интересно их обсудить. На самом деле это больная тема многих, как говорится, сайтов, которые собирают подписки. Это огромные блоки, баннеры, поп-апы, они раздражают. Пользователь машинально ищет кнопочку, где бы их закрыть. Более того, если вы эту кнопочку не ставите, вы еще можете жалобу схлопотать, потому что на ваш сайт могут пожаловаться за неправильное использование баннеров. Как жаловаться на сайт, я, кстати, рассказывал в прошлом видео, кому интересно. И по факту вы должны бороться за своего пользователя только честным способом, чтобы он не уловил, что вы его собираете. Собираетесь его монетизировать, что вы собираетесь заниматься рекламой такими методами. Итак, уловили смысл, что нужно делать нативную рекламу на своем ресурсе, однозначно акцентируя внимание на фирменных цветах и интегрировать ее в контент. Про следующие рекламные трюки, наверное, знает уже каждый. Это реклама у блогеров, это реклама в видеоконтенте. Когда ваша реклама встроена в нативный контент, стороннего рекламодателя. То есть, например, когда какой-то блогер рассказывает, как он пользуется какой-то зубной пастой, и за эту зубную пасту он получил деньги. Это простейший трюк, который используется для того, чтобы привлечь к себе внимание. Этот трюк работает. Единственное, чем жертвует, это жертвует своей репутацией блогер. Он набирает определенную аудиторию подписчиков, своих единомышленников, и, как говорится, тех, которые думают с ним одинаково, интересуются, чем он занимается. И, конечно же, он зарабатывает реально тем, что рекламирует что-либо. Блогеры бывают миллионники, блогеры бывают так называемые микроинфлюенсеры, про них мы поговорим чуть отдельно. Блогеры-миллионники агрессивно эксплуатируют эту тему, и рекламные вставки могут интегрировать так, что словно их даже не заметят, но более честно стараются уже сопровождать это словом «реклама». Почему? Потому что они понимают, что идет отток пользователей, когда они видят, что кто-то сильно продался кому-то. Но иногда бывают и очень интересные случаи. Интересный случай это, конечно же, так называемый YouTube-канал Сокола, который я, кстати, активно смотрю, у которого небольшое количество рекламы, но она довольно-таки интегрирована и интересна. У него не так много партнеров, с которыми он работает, но он работает с теми ограниченными пользователями, рекламодателями, которые есть, и рекламу он свою реально креативит, она не одинаковая, и он четко говорит, это реклама, но он оригинально всегда ее начинает. Это, кстати, очень интересно и забавно. Креатив даже в рекламном блоке у блогеров это довольно-таки неплохо, и пользователи это положительно оценивают. И, наверное, даже есть в этом смысл, потому что аудитория более-менее совпадает. Итак, есть когда реклама бывает у блогера скрытая, есть когда реклама четко определена, и здесь очень важно сделать так, чтобы не нарваться на баннерную слепоту, либо на резкий негатив, когда пользователь распознает, что это реклама, даже скрытая. Здесь нужно идти на определенные уловки. Иногда даже честное признание, что это реклама, но мне нравится, работает лучше, чем просто, когда вы этого не говорите.
Или, например, когда вы пускаете, действительно, сейчас будет рекламная вставка, но вы в рекламной вставке разбираете плюсы и минусы. И это тоже очень забавно, потому что иногда рекламные обзоры могут пользователи заинтриговаться, что сейчас будет честный обзор там чего-то, того-то. И могут сказать, ну да, это же реклама, все-таки мы заплатили, но интересно, как он ее разберет. Если действительно блогер достаточно, ну, такой, серьезный. Я такое увидел только у одного блогера, это блогер, забыл, Екатерина, фамилию забыл, если кто напомнит, напишите в описаниях. Она разоблачает не очень хороших и честных на руку рекламодателей и торговцев, шоурумов в России. То есть для вас достаточно интересная девушка. Мне, в принципе, понравилось, как она разбирает по косточкам определенный случай. Итак, еще мы сталкиваемся с тем, что рекламодатели ищут любые уловки для привлечения аудитории. Они пытаются любым способом привлечь к себе внимание. Ну и, конечно же, они могут создавать инстаграм-аккаунты, стучаться вам, лайкать вас, комментировать вас, говорить, какие вы классные. Вы каждый раз, видя новую уловку, машинально на нее реагируете. Но только в тот момент, когда вы понимаете, что это все-таки рекламная уловка, и это делают определенные люди, вы начинаете уже пропускать между глаз. Например, несколько лет назад был популярен краудмаркетинг, когда на форумах появлялись посты там позитивные, негативные, любые. Когда кого-то обзывали, когда там говорили, там полный пипец, это все тиражировалось на множестве форумов. Пользователи на это, ух ты, действительно, либо очень много хороших отзывов, либо, ух, какие плохие отзывы, конкуренту вашему я не пойду, пойду к другому. То есть, когда это все работало. Но сейчас пользователь уже понимает, что эти отзывы накручены, это делается за деньги. Это делается, например, на таких вот биржах, типа VMMail.ru и тому подобных. И там накрутка комментов идет тоже на соответствующих биржах. И пользователи понимают, что даже заявки на биржах, на FL.ru, на Freelance.ru тоже появляются такого рода. И пользователи действительно на них оставляет заявки, зарабатывает на этом деньги. И реальный потребитель это знает и начинает игнорировать уже посты в краудмаркетинге. И краудмаркетологи действительно пытаются найти уловки, как это обойти, как сделать так, чтобы пост был нативным, чтобы он был настоящим. Я по этому поводу высказался в прошлом видео, как надо делать правильную рекламу по работу по репутации, как нужно с этим бороться действительно и не делать эти трюки. Но старайтесь сделать так, чтобы это было естественно. А я не буду сейчас повторять, видео, скорее всего, выйдет чуть раньше, чем это, так что, наверное, оно уже есть на канале, оно заснято, но сейчас в монтаже момент записи этого ролика. Поэтому многие люди отвыкают, поэтому если вы придумаете сейчас какой-то классный лайфхак, помните, что пользователи сначала будут его, он очень будет хорошо заходить, может какой-то там год даже заходить хорошо, а потом пойдет эффект на нет. И помните, миллениалы быстрее с этого слазят. Молодая аудитория более активно слазит с некачественной рекламы. Точнее, она привыкает к той рекламе, которую вы придумали. Поэтому подытожим. Если вы считаете, что ваша реклама стала хуже работать, не вините, условно говоря, там нового подрядчика, которого вы взяли. Он не сможет сделать ничего, не зная всю историю предыдущую. Для того, чтобы менять что-то кардинально, нужно менять иногда полностью площадку и концепт в целом. Нужно выходить на новые горизонты, на новые рынки. Например, есть такая сфера TikTok, Анатолий про нее рассказывал, как в подкастах, как в своем видео. Не помню даже, кто зашел, если честно, она даже вылетела из головы. На этой нише сейчас те, кто заходят свеженькие, рубят кучу просмотров, кучу лайков, кучу комментариев. Почему ниша пустая? Точно так же мы в YouTube зашли. Мы зашли в тот момент, когда ниша была не очень сильно заполнена. Было небольшое количество каналов, которые... Даже я, когда настраивал таргетированную рекламу на свой канал, я столкнулся с тем, что каналов мало. Я буквально за 20 каналов остановился. Все, каналов больше, где крутят рекламу, нет. И я обратил внимание, нужно действительно создавать свой. Почему бы и нет? И мы создали свой канал, и, собственно, вы сейчас на нем. Вы можете подписаться на него, если вы этого еще не сделали, нажать на колокольчик, чтобы следить за новыми видосами. И поэтому... Само собой, нужно выбирать ту свежую нишу, где реклама еще не перегрета, не забита. Если вы рекламируетесь на своем сайте, то есть продаете рекламу, играйте с рекламными блоками, с размерами, с местоположением. Вообще, пользователи их научились распознавать, у них есть определенные критерии, по которым их легко отличить. Поэтому чередовать их местоположение надо очень полезно и грамотно интегрировать между абзацами тоже. Второй момент, это если вы покупаете рекламу. Однозначно играйте с цветами, однозначно работайте с изображениями. Не пускайте одно изображение в течение там, 4-5 месяцев. На каждый месяц у вас должно быть новое изображение. Оптимально сразу дизайнера напрягайте, чтобы рисовал вам картинки. Не просите вашего краудмаркет, вашего контекстолога
поставить вам картинки. Это будет ерунда. Я всем клиентам говорю, дайте мне картинки. Нет картинок, нет RSI, нет КМС. Есть картинки, есть RSI, есть КМС, есть ретаргетинг. Более того, дайте мне план. В январе такая картинка, в феврале такая картинка, в марте следующая картинка, текст акции первый, текст акции второй, текст акции третий. Если там будет акция, я продаю кирпичи круглый год, ну вы, надо, ваша реклама будет работать отвратительно. Если вы будете чередовать рекламные тексты, изображения, это будет работать, потому что чередуя изображения, чередуя тексты, вы рискуете тем, что пользователь не будет успевать привыкать к вам, и одни и те же пользователи будут на вас реагировать. А помните, ваша аудитория, она довольно ограничена, вот некие 2000 человек, которые смотрят ваши баннеры каждый месяц, и они видят одни и те же баннеры, а если они будут чередоваться на тот же бренд, они будут, ага, компания, наверное, серьезная, рекламой занимается, там что-то креативит, посмотрю, что это такое. Из этих 2000 человек вы будете там по 20, по 30 человек каждый месяц вырывать. И они будут становиться вашими клиентами. Ну и на этом все. Следует помнить, что этот феномен горячей картошки, когда пользователь метается, можно в любой момент подловить. Он всегда будет искать ключевой контент, поэтому ключевой контент нужно создавать. Нужно создавать грамотный контент на своем ресурсе, чтобы пользователь интересовался и переходил на него, и читал. И в этот момент грамотно встраивать рекламу, чтобы он не сбежал, не дай бог, и не перепрыгнул на другой блок. Не группируйте блоки. Делайте рекламу нативно, делайте рекламу естественно, и чтобы пользователь не мог попросту от нее сбежать. На этом, собственно, все. Вам откланиваюсь. Обязательно напишите в комментариях, что вам не понравилось в этом видео, покритикуйте меня, что я забыл, либо расскажите про вашу историю успеха, почему бы и нет, я буду рад, например, этого услышать и, собственно, с нашим комьюнити обсудим. У нас уже, кстати, на момент записи этого видео 12 тысяч подписчиков, мы это сделали долгим кропотливым трудом, старались. Анатолий, кстати, рассказал, как мы это сделали, можете посмотреть видео, как снять 100 очень плохих видео, чтобы достичь успеха. И сейчас я бы хотел, конечно, чтобы вы сделали доброе дело и подписались на наши аудиоподкасты, послушали все наши лекции, которые мы рассказываем, ну и не забывали, конечно же, смотреть наши видео. До новых встреч!